О происшествиях и преступлениях на территории нашего города расскажет заместитель начальника Бердского отдела МВД Сергей Волгин. За прошедшую неделю на территории города Бердска было зарегистрировано 467 сообщений о происшествиях, в том числе о 14 преступлениях. 7 преступлений было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть доставлялось 44 правонарушителя. Выявлено 52 административных правонарушения. Из 7 нераскрытых преступлений 5 – это кражи чужого имущества, 2 из которых с проникновением в гаражи и 1 из подъезда. Сотрудники МВД России по городу Бердску обращаются к жителям и гостям города с просьбой принимать меры профилактического характера, чтобы не стать жертвой преступления.